Третий этап битвы корпорации у нас в этом году, в этом сезоне был запланирован как этап стритбольный. Поэтому 4 ноября мы собрали 22 команды. 24 нам кворум не удалось собрать, так как две команды посчитали, что стритболистов в их компаниях нет. Но, тем не менее, это никак не повлияло на наш регламент. Мы объединили команды в 6 групп. В 4 группах было по 4 команды, в 2 группах было по 3 команды. И, тем не менее, в раунд плей-офф в 1/8 у нас вышло 16 лучших коллективов. В целом соревнования понравились, интересное мероприятие. Много азарта, много куража, соперники все очень сильные. Это запал, это страсть, это эмоции, непередаваемо. Здорово, так классно, когда столько людей, горящих одним делом, собираются под одной крышей. Действительно, традиционно у нас есть фавориты, да, это чемпион прошлого года «Водоканал», это серебряные призеры прошлого года команда «Укрсоцбанка», теперь команда «Альфа-банка», то есть они действительно показывают хороший уровень, команда «Адидас», они молодцы, они всегда показывают не то что выше среднего уровня в каждом турнире, в каждом этапе, и в баскетбол, в стритбол это не исключение. Хочу выделить IT-дивизион. Практически все команды из тех, которые пришли, все команды айтишников, они вышли в раунд плей-офф и сражались на равных со всеми участниками. Хорошо, из новичков битвы корпораций здорово играет команда «Алло», здорово играет команда «Промода». Боюсь кого-то вспомнить или, не дай бог, не выделить, но, повторюсь, все команды демонстрируют действительно хороший уровень, хороший баскетбол, потому что это, в принципе, динамично и достаточно жесткая игра, но в этот раз у нас все без претензий, судейство отлично, команды друг к другу относятся очень дружественно, поэтому я считаю, что этап стритбола удался. Довольны. Есть запал, будем бороться дальше. Профессиональных игроков нету. Команда у нас состав в основном в данный момент из Днепропетровска, плюс один человек из Харькова. Дорога была сложная, доехали, все нормально. Из команд я почему-то думал, что в финале будем играть с «Адидасом». Мы с ними играли в группе, и им проиграли первую игру. Тем не менее, я думал, мы в финале встретимся еще раз с ними. Вот. «Водоканал», ребята молодцы, сделали сюрприз и достойно выступили в финале. Хорошая была игра. Сильных команд действительно много, равная борьба у нас происходит практически в каждой группе,
начиная с первых матчей раунда.